достаточно. Не хватает, чтобы... Ну да, ну там же, понимаешь, был бы угол переда хороший, он мог бы нормально компенсировать свой формат большим шагом, ну, как выносом конечности, да? А он не может, поскольку у него прямой угол переда. Грудь такая, Тут позором же судил, я хочу медведя выиграть. Он такой говорит, у этого перец лучше, у этого мой перец. Понимаешь, потому что он не выбрал перечку моего, Тобика выбрал. Ну, между двух моих. Она тут всю повязку с ним. Это же гораздо сильнее, чем когда эксперты место ставят.